Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Ванька. И вот буквально только что из CityLink привезли детальки для моего компа. Ну как детальки, решил заново пересобрать комп. Здесь у нас материнка от MSI. Вот. Пройдемте по характеристикам, что там у нас. Так, надо сфокусировать красиво. Давай фокусируй. Ну, как обычно, хорошая фокусировка. О. Я думаю, вы на паузе все это прочтете. Так. Не обращайте внимания, у меня там просто вид валяется. Так, что тут еще? Давайте-ка пакетик так на стол положим. Так, тут у меня. Так вот, дисконтная карта CityLink. Что еще? Это у нас, я так понимаю, термогель, да? Да, это он, термогель. Так, здесь у нас оператива. DDR4 брать не стал. Взял третью, XMS3, 4 гигабайта. И таких у меня здесь две. То есть того 8 гигабайт оперативки. Дальше тут у нас SSD диск на 128 гигабайт. Пойдет дополнительно к хардам, которые у меня уже есть на компьютере. И тут у нас выпал процессор i5. Так вот, ой, так аккуратненько, так лучше так его не ронять. Аккуратненько так упакован. Здесь вот. Пленочка, резиночка, ватка, чтобы ничего не погнулось. Ну вот, как бы и все, дорогие друзья. Будем апгрейдить комп, будут новые хорошие игры. С вами был Ванька. Всем пока.